Доброе утро, дорогие друзья! На календаре сегодня 31 мая 2017 года. Цифра дня по нумерологии 19, а цвет дня, который неплохо усиливает вибрации этого дня в пурпурных, алых и оттенках бордо. Это день планирования торжеств и проведения различного рода радостных мероприятий. Сегодня хорошо делать предложение руки и сердца, а также планировать свадебные торжества на ближайшее будущее. Знакомства сегодня у многих могут перерасти в устойчивые, долгие и серьезные отношения. Во второй половине дня возможны обманные ситуации и рискованные вложения, поэтому постарайтесь все-таки какие-то вопросы, связанные с кредитами, с ипотеками, с долговыми обязательствами, перенести на другой, более благоприятный момент. Дети, рожденные сегодня, будут наделены сильным независимым характером, а также славой и известностью в будущем. В отношении здоровья сегодня хорошо обратить внимание на щитовидную железу. Будьте более бережнее к себе, удачи вам и всего вам самого наилучшего!